Доброе утро, друзья! 17 декабря 2018 года в мире отмечают несколько праздников. Родилось много звезд и произошло немало интересных событий. Но обо всем по порядку. Поехали! В мире 17 декабря 2018 года празднуют. Ежегодно 17 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается памятный день – День ракетных войск стратегического назначения, установленный указом президента России. 17 декабря в России отмечается День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Фельдъегер от немецкого «Фельджагер» – военный курьер по доставке важнейших государственных документов. 17 декабря в Беларуси отмечается День белорусского кино. Этот профессиональный праздник республиканских кинематографистов был установлен указом президента в 1994 году. День работника Государственной исполнительной службы Украины – профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года. 17 декабря православный мир отмечает День памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году. Знаменательное событие. 17 декабря 1881 года в Лондонском театре Адельфи была отменена премьера трагедии Оскара Уайльда «Вера или нигилисты». 1903 год. Отцы авиации братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха. 17 декабря 1959 года решением правительства СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения, как вид вооруженных сил. В 2006 году на основании указа президента России был установлен праздник стратегических ракетчиков – День РВСН. 17 декабря 1989 года на телеканале Fox дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал «Симпсоны». Он состоит из 356 серий и до сих пор не сходит с мировых телевизионных экранов. Родились 17 декабря. 1770 год. Людвиг ван Бетховен. Немецкий композитор, пианист, дирижер. 1778 год. Гемфри Дэви, английский химик и физик, обнаруживший веселящее действие закиси азота. 1830 год. Жюль Ганкур, французский писатель. 1959 год. Николай Дубовский, русский художник-живописец, педагог. 1866 год. Конрад Штелли, швейцарский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион. 1923 год. Владимир Благих. Советский эколог, инженер-электрик, ученый-энергетик. 1925 год. Константин Ваншенкин. Советский и российский поэт-прозаик. 1928 год. Нонна Бодрова. Советская телеведущая, диктор национального телевидения, заслуженная артистка России. 1928 год. Леонид Броневой. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. 1936 год. Франциск I. Глава Римско-католической церкви с марта 2013 года. 266-й Папа Римский. 1944 год. Вячеслав Генелин. Советский и израильский композитор, пианист, джазовый музыкант. 1975 год. Мила Йовович. Американская актриса, певица и модель. 1977 год. Оксана Федорова. Российская телеведущая, актриса, модель. Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002». Лунный календарь. Прогноз на 17 декабря 2018 года. Фаза Луны. Вторая четверть. Луна растущая. Сегодня до 13:46 по московскому времени 10-е лунные сутки. После 11-й лунный день. Общие рекомендации на 10-й день по лунному календарю. Сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством жилища. Это семейный день. Хорошо быть вместе с семьей и близкими. Приглашать родственников. Очень уместным в этот день будет вспоминать традиции своей семьи, своих предков, как эти традиции поддержать и укрепить в будущем. Именно в этот день рекомендуется начать строительство дома для семьи. Печаль дня окажется кратковременной, она быстро и легко забудется, однако не рекомендуется путешествовать. Общие рекомендации на 11-й день по лунному календарю. Для намеченных на сегодня дел необходима планомерная подготовка. Если подготовка не проведена, то и начинать дела не стоит. Перегружать себя нельзя, но и пассивность противопоказана. Проявите внимательность, осторожность и во всем соблюдайте.
соблюдайте баланс. Свою энергию сегодня лучше направить не на результат, а на процесс и приложить усилия к завершению начатого. Важно, чтобы действия имели позитивную направленность, иначе мощная энергетика может разрушить все на своем пути. Бросать начатое не рекомендуется, нужно все доводить до конца. Вот и все, что нам хотелось бы рассказать о 17 декабря 2018 года. Благодарим, что досмотрели до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!